Всем привет, с вами Иван Романовский, это Музыкальная Академия Резонанс, и следующий эффект, с которым мы знакомимся в течение короткого промежутка времени, называется Erosion. Эффект Erosion, или добавить эрозии нашему звуку, скажем так, более агрессивного звучания, или более шероховатого, или с эффектом налета ржавчины на ваш звук, вы можете с помощью эффекта Erosion. Здесь есть несколько пресетов, либо можете самостоятельно вручную его настроить, где его можно применять. На любых звуках, которым вы хотите добавить немного эффекта дисторшена. Послушаем, как этот эффект звучит на партии драм-секции. Вы можете изменять структуру синусоиды и добавлять эрозии в структуру волны, модуляций, либо добавлять шум. Либо шум со стереодинамическим эффектом white шум. У каждого режима внизу есть три ручки. Одна ручка местоположение на частотном спектре, вторая ручка ширина полосы и третья ручка количество эффекта amount. То есть таким образом вы можете настраивать, насколько эффект будет выразительный или менее выразительный. Давайте послушаем, как эффект изменения синусоида воздействует больше на мелодичные звуки. Такое состаривание звука происходит, эрозия, и это подходит больше для таких стилей, как техно или более цифровых стилей музыки, более современных, мощных, агрессивных стилей музыки, таких как дабстеп, драм-н-бейс, нейрофанк и что-то подобное. И применяется это на партии драм-секции, но можно также применять это и на каких-нибудь мелодичных звуках. Давайте попробуем обработать бас. Если вы хотите добавить шума, можете выбрать режим Noise. И расширить полосу с помощью параметра Width. Очень интересно было бы модулировать этот параметр, который вы можете замодулировать или автоматизировать ручкой Show Automation, изменяя его в течение длительного звучания вашей ноты. Это был эффект Erosion, который добавляет состаривание или вот такой вот ржавчины на ваш звук, который применяется на перкуссии, очень характерно для стилей музыки, таких как, например, техно. С вами был Иван Романовский, пользуйтесь подобными эффектами, и это были эффекты за короткий промежуток времени. С вами была Музыкальная Академия Резонанс. Пока-пока.